Покушением на демократию назвали каталонцы решение Мадрида использовать 155-ю статью Конституции. Ранее она никогда не применялась. Норма позволит премьер-министру Испании освободить от должности премьер-министра Каталонии, распустить каталонский парламент и в течение полугода провести новые выборы. Использовать 155-ю статью Конституции можно будет только после одобрения Сената. А пока всем не согласным с этим решением, Мадрид предложил обращаться в суд. Власти уверены, что именно эти меры позволят урегулировать ситуацию в Каталонии и оставить в прошлом желание отделиться от Испании. Сотни людей все выходные выходили на площади с протестами. Каталонский лидер просит парламент Испании провести заседание, посвященное попытке ликвидировать демократию в Каталонии. Напомню, 1 октября более 90% участников референдума высказались за независимость. Мадрид не признает результаты голосования. Речь президента о сложившейся ситуации должна укрепить его власть, которая сейчас в опасности. Мне кажется, у нас очень умный президент, который знает, какую карту сыграть. С нашей поддержкой он одолеет Мариана Рахоя.